Здравствуйте, меня зовут Даша, и это рубрика Fashion Kids. Давайте поговорим о классной, модной, стильной, удобной одежде и обуви. Мы в бутике Baby Blank. Именно здесь одеваются самые модные, стильные дети Днепра. Детская мода существует во всем мире уже давно. Нам хочется одеваться не только удобно, а еще и красиво. Детские линии есть у многих брендов, но не у всех есть коллекции от кутюр для малышей. А вот один дизайнер, которого называют плохим парнем от моды, создал детскую одежду мечты. Жан-Поль Готье – настоящий художник и яркая личность. Детская линия одежды от великого французского мастера – одна из самых радостных, ярких и модных. Для девочек и мальчиков Junior Gautier Couture шьет удивительные, стильные вещи для каждого возраста. Его летняя коллекция пропитана духом приключений, потому что он собрал самые яркие принты, сочные цвета, натуральные ткани и удобные фасоны. Это как раз то, что нам нужно в путешествиях во время летних каникул. А, вот еще, нужна лучшая обувь. Вы так же, как и я, не сможете пройти мимо этих туфелек с яблочком. Эти милые туфельки, сандалии и босоножки производят во Франции. Бренд Pomme d'Api создает обувь для детей уже 35 лет. А знаете, как появилось яблочко на логотипе марки? Веселое название знаменитого бренда Pomme d'Api берет начало из детского французского стишка про яблочко. Трудно себе представить, но каждая пара обуви проходит 205 различных стадий, прежде чем ее можно будет примерить. Удивительно, правда? Всевозможные стили от повседневных ботинок до элегантных выходных туфель на шнурках и на липучках, до лета, для дождя или морозов, для мальчиков, девочек и для самых крошечных ножек. Самые милые в мире – это Pomme d'Api. Одеваясь с детства красиво и модно, вы прививаете себе хороший вкус и чувство стиля. Увидимся в новом выпуске Fashion Kids. Пока!